то, что наши туристы застряли в странах Европы и вообще по всему миру сейчас в связи с банкротством туроператоров, причем нескольких так массово, не знаю, как к этому относиться. Мне такое ощущение, что это не случайно все происходит, и что просто спустя какое-то время после банкротства этих крупных туроператоров начнется возобновление именно государственных туроператоров. И что это банкротство как-то, оно, ну, не случайно. Но я его поддерживаю в любом случае.